По закону выгуливать собак вот здесь еще строго запрещено, потому что это территория Стамбульского парка. А вот здесь наоборот рекомендуется, потому что здесь начинается самая большая площадка для выгула собак. Правда, возможно, из-за погоды, возможно, из-за того, что еще мало кто об этом знает, но пока что собачников мы здесь не застали. Как только в Одессе открыли Стамбульский парк, разгорелся скандал. Собачникам запретили выгуливать четвероногих. Теперь за оградой прямо на территории парка собаки абсолютно легально могут, так сказать, делать все свои дела. Ну, здесь, как говорится, не все так просто. Нужно обязательно убирать за своими питомцами, о чем говорят соответствующие таблички. Даже есть специальное место, где должны храниться пакеты для уборки. Правда, самих пакетов нет. То ли ажиотаж все-таки был, то ли забыли поставить. Так что, видимо, нужно приносить пакеты с собой. Правда, то, что первые посетители здесь все-таки были, говорят, так сказать, следы. Но пока четвероногих не видно, площадку используют не по назначению. Место укромное. Анна Градян, Денис Рудь, телеканал «Репортер».